Национальный цирк Украины закрывает сезон. Артисты приглашают в гости на программу «Солнечные чары». Воздушные акробаты, дети-силачи, веселые клоуны и ловкие жонглеры вновь порадовали своим мастерством. Национальный цирк Украины вновь приглашает в свой волшебный мир. На этот раз артисты вместе со зрителями ищут Алису, которая потерялась в стране чудес. Гимнасты, акробаты, веселые клоуны и невероятно ловкие жонглеры. Изюминкой программы стал 9-летний силач с партнершей. Они жонглировали гирями, словно мечами. Солнечные чары не оставляют без эмоций как маленьких, так и взрослых зрителей. Что для вас впечатлило? Вам понравилось как взрослых? Гимнасты. Представление благотворительное. Цирк устраивает такие каждый месяц. Один раз в месяц цирк устраивает такие социальные проекты. Мы работаем с 20-30 фондами, но, к сожалению, мало кто знает, что такое есть, что раз в месяц люди с ограниченными возможностями могут приходить в цирк бесплатно. Мне понравились львы, какие они большие. Еще мне понравилась пони маленькая. Свою работу нужно любить. Если ты ее будешь любить, то тебе нравится, мне будет буквально все. Как бы это ни было, тяжело, легко. Мы работаем для зрителя. И самая большая награда для нас – это аплодисменты нашего зрителя. Вскоре национальный цирк закрывает двери на летние каникулы для работы над новой впечатляющей программой, которую презентуют уже осенью. Любовь Задорожная, Игорь Каркадым, UATV.